Всем привет. Я так взволнован, потому что наконец-то. Вы не видите. Так, свитч я вот сюда. Ко мне пришел очень офигенная посылка. Я одновременно и взволнован, и устал, потому что я, блин, шел там 4 километра за этой посылкой на... Ну, 2 туда, 2 обратно. Так что, я надеюсь, ну, это того стоило, 100%. Погнали, не будет никаких вот этих, как у меня было со стриткой, PSP-шкой. Ой, я, не обижайтесь, если я не буду в камеру это показывать все, потому что, ну, блин, она большая в тени PSP. Как вы видите, у меня коллекция за этот год нормально пополнилась. Так, очень хорошо запаковали, спасибо. Ну да, я специально не сказал, чтобы была интрига, хотя ее не будет. Для тех, кто смотрит это видео на ютубе. Хотя, я уж всем, наверное, протрендел про то, что... Это Dreamcast, ладно, все-таки скажу. Хотя я бы мог на ютубе сказать распаковка просто чего-нибудь, но... Какой смысл, если... Зачем людей заблуждение, как говорится... вводить, клипбейтить, может кто-нибудь там хотел распаковку айфона. Ох, ну хорошо запаковали, но это раз с первого раза все запишу, с первого дубля. А тут не распаковка айфона. Да. Спонтанно этот ролик записываю, сегодня мой даре. Я планирую сделать, провести стрим, а потом я смотрю, блин. Я планирую провести стрим и просто буду смотреть свои старые ролики, чисто лампово так. Если мне никто не помешает, я очень надеюсь, что мне никто не помешает это сделать. Я очень аккуратный, и вряд ли я бы эту коробку еще использовал. Вроде она вот, да. Вроде она так и открывается. Блин, липкая. Я, наверное, люблю распаковки за то, что это так волнительно, знаешь, что-нибудь распаковывать одновременно. Их, блин, немножко я не люблю, потому что все-таки иногда очень трудно распаковывать. А ты хочешь уже это распаковать, а оно никак, блин, не распаковывается, потому что ты там... Что-то не это. О, конец. И тут еще. Но все равно, конечно, это очень важно запаковывать хорошо. Вот я сейчас трынью, блин, что типа плохо. Это очень хорошо на самом деле. А, и кстати, недавно, ну или почти скоро, моему свечу Light исполнится 3 года. Я в шоке, реально. Как будто его недавно покупал, а уже столько, ну, если так подумать, уже самому свечу с момента его выхода уже 6 лет. Это тоже меня прям... Я думаю, всем это офигеть, просто какая инфа. Но скоро вроде Nintendo должны новую консоль представить. Разумеется, и на старте я ее... Я вообще хрен не знаю, смогу ли консоли покупать еще. Самое интересное. Я буду это доставать так. Я знаю, надо бы сделать вид сверху, типа на коробку, но хрен да я так сделаю, потому что у меня есть штатива. Ладно, давайте все. Первый у нас геймпад. Офигеть, он просто офигенно запакованный. Офигенно просто. Зацепилась. Какие-то тут еще. Это геймпад от, угадайте, от чего? Dreamcast. Он тоже NTSC-шный, потому что я видел, ну, что все было более-менее. Это все одинаково, потому что я видел, где продают. Блин, тут тоже запаковано. Геймпады
Паловский, а консоль DC-шная. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Блин, вот. Да. Наверное, лучше руками его распаковать. Хотя нет, блин, знаете. Хотя да, блин, вот. Все. Нафиг. Ножницы застряли в пальцах. Блин. Ненавижу, когда такое случается. Ну вот эта пупырчатая пленка, она. Да, много у меня распаковок. Некоторые еще даже не смонтированы. Тут придется прорезать. Потому что да. Так. Давай, блин. Вот. Геймпадик. Ёлки-палки, как же он запакован-то? Какие-то сотни пакетов тут можно подрезать. Слоты для расширения вот эти. Ай, блин, Dreamcast. Он так, блин, даже не был запакован, наверное, когда его впервые вообще. Это... Но опять же, да, сейчас. Пофиг на этот. У меня палец, блин, в этот прилип. Фигня. Ой. Я должен был прокачать свои навыки распаковки, но нет. Никогда не знаешь, как это, знаешь, запакуют. Блин, меня реально это бесит уже. Сотни просто. Не волнуйтесь, геймпад не пострадал, это я так пакет рву. Я на самом деле очень бережен с консолями, ну... Просто хочется уже этот геймпад распаковать. Sega, да. Enterprises Made in Japan, да, это... Это все японское. Made in даже Japan. Даже сделано в Японии. Вот такой контроллер. Офигеть, вот я еще к этому не привык, но он очень удобный. Тут Б, ну короче, как у Xbox, крестовина. Сюда можно в VMU ставить или еще Rumble Pack, или две карты памяти. Ну, в общем, да. Геймпадик. Это я не буду уже, знаете, это я потом оторву, сейчас не хочется тратить время. В общем, вот такой вот геймпадик. Покажу вот так. Я его откладываю на геймпадик. Это, конечно, хорошо. Вот такой порт. Я не смогу сейчас проверить консоль, потому что у меня еще не прошел. Как? Адаптер. Да. Трансформатор, точнее. Дофига всякой. Короб, блин, у меня. Вот главное, чтобы у меня память не закончилась. И... Finally. Охренеть, гигантский. Вот то, что тут в этой посылке свесило самое главное. Фигня. Dreamcast. Ложу сюда. Dreamcast. Так. Руками я его открою. И опять нужны ножницы. Ух. Так. Вот, ребят, реально думаете, распаковка это так легко, особенно записывать это нифига. Я вам так скажу, это вообще не. Особенно если так запакуют хорошо. В несколько этих полиэтиленовых пакетах. Ой. Пупырчатый плен. Теперь Dreamcast. Ой, Dreamcast. Муа, просто. Open. Не, я не буду нажимать, потому что сейчас откроется дисковод. Я лучше вам это все продемонстрирую. Вот он. Это реально. Он весил прям больше всего. Ну и логично. Ну
чувака. Вау. Он так открывается. Я думал, сейчас так чик, знаешь, вот так вот. Нет, он просто вот привод, лазер, все вот так. Never touch the lens. Короче, никогда не трогай там нифига. Просто вставил диск и играй. Power, разумеется, не работает, потому что... Потому что... А еще тут Dreamcast, номер модели HKT-3000, NTCG, ну, вы, наверное, знаете, что как бы у Dreamки не было никаких слимок, то есть просто вот консоль. Это, наверное, вот Sony как раз и завела вот такую традицию выпускать фатки, прошки, слимки. Не, ну у Mega Drive был 2 Mega Drive, но он, по сути, ну просто меньше. Ой, так, а дальше тут провода для подключения. Вот это питание, как вы видите, тут как раз вот эта долбанная розетка японская, ну, америкосовская, ну, вот, короче, вот такая. И тут нужен трансформатор. И я, она очень тяжелая, на самом деле. И, да. Вот, положу. Просто мне тут некуда ее положить. Вот сюда положу. Офигеть, она, я, если честно, прям думал, она меньше. Но нет, она прям такая увесистая. Хотя я ее видел, опять же, я на ней играл. Это меня и побудило ее купить самому. Так, а вот это уже, ну, AVI. Никакого вам HDMI. Потому что так. Так вот, Sega. Такой вот у них порт. Вот это, а это на обычные этот, чурпанчики. Ну, подключить ее могу, но, разумеется, я не смогу ее врубить. Потому что они пришли. Игры тоже. Игр нету. Засуну все обратно. Это вот еще это питание. Кстати, вот этот вот порт. Он. Я не знаю, я его где-то видел, но я не. Вот такой вот двойной такой. Блин, я не помню. У Сеги же Мега Драйв там нет, не такой он. В общем, да. Вот такие вот дела. Что тут написано? 125 вольт. Ну, короче, я не смогу это подключить. Не смогу в это поиграть. Так что. Ну, я сегодня закажу уже внешний привод. Ну, CD. Закажу пару болванок. И скоро уже придет, надеюсь, адаптер. И тогда я уже смогу в него поиграть. Такая вот, да. А пока я могу на него любоваться. Еще раз вам его сейчас продемонстрирую. Любоваться на это. Чудесное чудо, что у него тут еще. Вот, собственно, AC, AV out. Даже к инету можно было его подключить. Сейчас его вряд ли можно подключить. Ну, состояние, как вы видите, вообще шикарное. Контроллер, ну, почти такой же, вот реально. Он прям классный. Диски он должен читать, в общем, да. Вот так. Но опять же, я на него любоваться могу пока. Все, ладно, это была такая, ну, небольшая распаковка. Понятное дело, PSP там у нее было уже много что, а тут комплект вообще минимальный с одним контроллером, но я ждал Dreamcast. Все, всем спасибо, да, такая немного некачественная распаковка получилась. Я положу все, даже вот эту коробку старую, как старую. У меня тут чуть свич не свалился. А. И да, еще карту памяти. Ну, все, короче, буду докупать в таком количестве. Ну, ладно. Вот, в общем, все. Всем спасибо. Я пропал. Все, пока.